Сегодня из-за обилия машин даже в провинциальных городках возникают автомобильные пробки, а в крупных городах это превращается в настоящее многочасовое бедствие. Однако, если пассажиры из-за пробок теряют только драгоценное время, то владельцы автомобилей теряют еще и огромные деньги, так как двигатели автомобилей, работая на холостом ходу, в пробке не получают в достаточном объеме охлаждения и перегреваются, что в лучшем случае чревато повышенным износом двигателя и, как следствие, увеличением расхода топлива, ну а в худшем – капитальным ремонтом мотора. К примеру, даже автомобиль с пробегом только 50 тысяч километров за один только год эксплуатации в крупном мегаполисе может быть поставлен следующий диагноз. Обычные проблемы поршневого мотора, износ поршневых колец, износ коленчатого вала, проблемы с расходом масла, топлива. Как правило, проблема лечится расточкой цилиндров. Несмотря на то, что уж так мастера, расточка цилиндров звучит как легкий насморк, тем не менее, на самом деле это означает, что мотору потребуется капитальный ремонт, цена которого составит от 180 до 700 тысяч тенге за подержанный автомобиль и до 3 миллионов за новый. Эта проблема хорошо известна многим производителям химических присадок, и они буквально наводнили рынок своей уникальной продукцией, которая способна защитить двигатели от капитального ремонта. Но, как ни печально, в лучшем случае эта уникальная продукция оказывалась безвредным автолом, а в худшем – безжалостно губила мотор. И хотя производители моторных масел, основываясь на этих фактах, с гордостью заявляли, что только моторные масла способны надежно защитить двигатель от чрезмерного износа, тем не менее, уникальные присадки все-таки существуют. К примеру, посетители многих автошоу с удивлением наблюдали, как моторы после обработки составом Супротек работали часами без масла, со снятыми поддонами и клапанными крышками. Согласно заявлению Сергея Соловьева, автоэксперта компании Супротек, двигатель этой Короллы работает без масла фантастически долго. Суммировать общее время ее работы без масла мы примерно подсчитали, получается в районе 2 месяцев. Она стояла на выставках и работала без масла. Честно говоря, это действие напоминает цирковой аттракцион, и невольно возникает вопрос, а зачем гонять мотор на сухую без моторного масла? Это просто демонстрация того, как работает состав. И я бы не советовал никому без масла ездить. Но это действительно, рано или поздно он все равно сломается. Чудес вот не бывает. Это означает, что в парах трения коэффициент трения будет гораздо меньше, чем так при работе с обычным маслом, необработанным. Согласно официальной информации, составы Супротек формируют на поверхности трения особый защитный слой, который прочнее и лучше удерживает масляную пленку. Кроме того, этот слой защищает двигатель от износа и продлевает его ресурс. Основная тенденция двигателестроения современного – это как можно меньший объем, как можно больше мощности. Чудес не бывает. Если габарит маленький, а мощность увеличивается, значит, удельные нагрузки на все детали двигателя увеличиваются. В настоящее время 150, 200, 250 тысяч километров – это обычный предельный ресурс, который на двигателях заложено. И хотя у нас нет оснований не доверять мнению профессора Александра Шабанова, тем не менее, нам захотелось услышать мнение авторитетных экспертов, которые наколесили на своих машинах не одну сотню тысяч километров. И к таким несомненным авторитетам относится Сан Саныч, автоэксперт радио «Эхо Москвы». Перед дальним пробегом по России Сан Саныч заливает двигатель в Супротек. Но зачем? Ведь у него абсолютно новый автомобиль. На протяжении 5000 километров российских дорог может случиться что угодно. У нас на дороге лежат прочные тяжелые предметы, задев которые ты можешь там пробить картер, лишиться масла. И тебе надо будет проехать между там Пермью и Кировом по лесам какое-то количество километров. Не на веревке, а ты залив этот состав, совершенно спокойно можешь сделать это своим ходом. Это так же, как страховка. Вот я использую этот состав как страховку. В экстренной ситуации мотор сможет работать без масла, и вы сможете без угрозы капитального ремонта добраться до СТО. Составы Супротек выпускаются как для бензиновых, так и для дизельных моторов, и сегодня продукцию Супротек можно приобрести и в Казахстане. Более подробно о продукции Супротек вы можете узнать на сайте suprotec.ru.